Всем привет! Меня зовут Алексей. Я мастер внутренних отделочных работ. Сегодня у нас обзор мини-шпаклевочного аппарата. Что означает мини-шпаклевочная станция? Это нанесение материала на площадь от 100 до 200 квадратов за один рабочий день. Поехали! Первое, с чего мы начнем, это обзор технических характеристик данного аппарата. Сердце у данного агрегата – это двигатель 1,1 кВт. Это миксер Fiolent, который мы все строители очень любим и знаем. Бункер здесь на 40 литров. Это означает, что вы можете непрерывно нанести 40, как минимум 40 квадратов шпаклевки. В комплекте данному аппарату идет питающий кабель 5 метров и шланг длиною 10 метров. На что я хочу обратить внимание. Это прямоточный пистолет. На нем поворотный механизм, да, и когда вы будете наносить, шланг не будет вам выкручивать руки. Установлен концевик. На нем 24 вольта. То есть максимально все безопасно. Этот концевик обладает классом защиты IP68. Это означает, что вы можете работать даже в небольшой дождь. Еще одна фишка этого аппарата, что он на четырех колесах. Вам не надо будет никуда его переносить. Вы просто толкнули и все. На шланге установлены быстросъемные соединения. То есть разъединить шланг у вас займет секунда. Данный аппарат подойдет для двух мастеров и для небольших объектов. Это квартиры и небольшие дома, где вам надо закрыть объем от 100 до 200 квадратов в день максимум. По техническим характеристикам все, но меня очень часто спрашивают, как наносит этот аппарат базовую шпаклевку, как он наносит финишные составы, уже готовые пасты, и как же наносит гипсовые составы, то есть гипсовую шпаклевку. Сейчас я вам это все покажу. Очень важная часть – это подготовка аппарата к работе. С чего мы начинаем? Самое первое – это закручиваем ротор в статор. Для этого мы берем силиконовую смазку, самую обычную, не надо там ничего выдумывать. Смазываем ротор, смазываем статор. И закручиваем ротор в статор. Очень важный нюанс в сборке ротора и статора – это закрутить его за подлицо с выходом из шнековой пары. Закрепляем шнековую пару. Закручиваем шнековую пару без фанатизма. Не надо срывать резьбу на шпильках. Очень важный момент – прикрутить шнековую пару на одинаковом расстоянии, как слева, так и справа. Подключаем шланг. С другой стороны шланга подключаем пистолет. Ставим кнопку фиолента на стопор. Подключаем его в верхнюю розетку. Подключаем управление с пистолета в нижнюю розетку. Перед включением в сеть 220 вольт вы должны обратить внимание положение переключателя в положение 0. Разматываем питающий кабель и подключаем в сеть 220 вольт. Аппарат готов к работе. Именно в такой последовательности нужно собирать аппарат. Как я и говорил ранее, мы будем работать на трех видах шпаклевки. Первая – это базовая шпаклевка. Сейчас мы ее уже подготовили. Сейчас загружаем и приступаем к работе. Но лайфхак. Если вы не хотите, чтобы у вас было налипание на шланге, перед работой прогоняйте водичку через шланг. Переводим тумблер в управление с пистолета. Еще на аппарате есть аварийное управление. Если у вас что-то случилось с кабелем, да, что-то с пистолетом, и вам надо срочно промыть аппарат, и нет возможности управления с пистолета,
вы можете перевести в ручной режим, и аппарат сразу запустится. Не надо тешить себя иллюзиями, что этот маленький аппарат сможет вам наносить густую шпаклевку. Мы разводим шпаклевку, оптимальную для работы этого аппарата. Эта шпаклевка базовая, она должна быть жиже, чем обычно. Я не просто так наклеил кусок этого картона на стену. Я хочу, чтобы вы увидели, как раскрывается факел на базовой шпаклевке. Именно для этой базовой шпаклевки мы используем сопло меньшего диаметра, чтобы было раскрытие факела. Поменял сопло, поставил сопло большего диаметра. Следующая шпаклевка – это Simin CE78. Это готовая шпаклевка. Ее очень часто строители применяют для шпаклевки под окраску. Наносить будем также двумя соплами 645-м для лучшего раскрывания факела и 651-м для большого нанесения слоя. Сначала мелкое сопло. Меняем сопло на более большое, на 651-е и наносим. Что касается по нанесению гипсовых составов, этот аппарат может наносить их в более густой пропорции. Это уже не течет. Все то же самое. Первое сопло маленькое, второе побольше. Но нанесение гипсовой шпаклевки. Результат нашего нанесения, да, гипсовой шпаклевки из крупного сопла. Смотрите, какой слой наносит. И из маленького сопла. Самая важная часть. Как правильно мыть аппарат. Обмываем бункер до идеальной чистоты. Выкачиваем грязную воду. После того, как обмыли бункер и выкачали всю грязную воду, наполняем бункер чистой водой. Следующий этап. Для того, чтобы помыть шланг и пистолет, мы выкручиваем вот этот носик. Мы его моем вручную, а пистолет и шланг будут мыться одновременно. Для того, чтобы вымыть шланг в идеальную чистоту, всовываем кусок поролона. Чтобы сэкономить время промывки и воду, я всем советую пропускать поролон каждые 3-4 секунды. I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going.
so I'm going mainstream. Еще одно очень важное уточнение. В бункере всегда что-то должно быть. Вода, шпаклевка, грунтовка, клей не имеет значения. Если вы будете работать без материала, без чего бы то либо, шнек может прийти в негодность. После того, как мы вымыли вот эту запчасть вручную, промыли губками шланг и пистолет, отсоединяем пистолет и сматываем провод. Включаем теперь от бункера. Как только мы закончили мыть шланг и пистолет, сразу же отключаем аппарат из сети. Следующее. Отключаем шланг. И еще раз, чтобы ваш шнек работал долго и счастливо, не запускайте его в сухую. Он должен постоянно с чем-то работать. Что-то должно быть в бункере. Вода, клей, неважно что. Но шнек не любит работы в сухую. И еще одно. Для того, чтобы продлить срок службы шнека, после работы его обязательно нужно выкручивать. Обязательно выкручиваем ротор из статора. Для того, чтобы это сделать было легче, мы запшикиваем сюда силиконовую смазку. После того, как мы помыли аппарат, мы можем его легко разобрать и погрузить даже в седан. На этом мы наш выпуск заканчиваем. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, пишите комментарии. Я на все их них отвечу обязательно. Все контакты в описании. Пока! Flow like water, so I'm going mainstream.